дня рождения Веры. Паучок, паучок, тоненькие ноги, красные собаки. Вова, Вика, Иван. Мамочка, у тебя упала. Я здесь больше не останусь. Вот возьму и убегу. Я просто не... Девочка? Вот. Дня рождения Веры. Два главных пассажира. Смешные. Мы едем. У нас автодом. Чего? Есть. Разницу между обычным и энергосберегающим. Да, спой песню. Энергосберегающее стекло защищает от излучения. Экономит энергию, вы сразу же заметите это по приходящим счетам. Осторожно, не упади. Не упади. Хочешь Лялю посмотреть? Угу. Паучок, 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 мы тебе поим. Тоненькие. Нет, давай, красиво, сначала. Оставили танцем. Веруня? Оставили. Нет, красиво. Тебе сначала. Паучок, паучок, тоненькие денашки, красные сапожки. Паучок, мы тебя паучок, кормили, паучок, мы тебя поили, ранги поставили, контроль доставили. Паучок. Давай, раз, паучок, паучок, тоненькие ноги, красные собаки. Мы тебя поили, мы тебя растили, ранги поставили, танцевать заставили. Покажи, мам. А ну, а что-нибудь еще мне расскажи, что ты знаешь. Я уже все рассказала. Где ты вчера была? Котенка. Расскажи. В кабинете. Замяукали? В каком кабинете? В мамином. Спортзал. Замяукали котята. Пойдем мяукать. Вот наша собака. Не желаю. Иди вот, мама, тебя снимет. А меня? Я больше не знаю. Мяукать котята не желаем мяукать. Мы желаем. Мы хотим. Мы хотим мяукать. Как лягушатами квакать. Квак, квак, квак. Покажи. С нами редко играли, мы лошадок называли. Нам игрушек не давали, иногда нас обижали. Покажи, мама. А еще Анин расскажи, Анин. Мы приветствуем гостей. Все знакомых. Знакомых. И серьезных? И серьезных, и веселых. Первый класс, пригласил на всадник вас. Покажи нам. Нам покажи. Вова. Тут написано Вова. Вова. Вика. Иван. Иван. Это три имени ты прочитала. Ага. Вова, Вика, Иван. Тимоха, Лёся, будь книжки читать. Ворват. Покажи, что. Ворват. Нет. Это вот что? Какая буква? В. О. Р. О. Т. А. Вот. Ворт.
Ворота. Ёлочка. Ты какая вся тут уже по всей кровати считалась. Корова. Высокий. Нет, после К что написано? К. После К. К-о. Вот, значит, Высок. Высок. Смотри. Ворота. Корова. Высоко. Вот, высоко. Высоко. Здесь вернёшечка моя. Если тут ва, в и а, варюшка. Угу. Если тут в и о, волк. Да. Если тут в и и, виноград. Правильно. Если тут в и э, и, филин. Совы. Филин ты мой сладкий. Если тут В и У, вулкан. Угу. Тако. Ну, в Дрэке и Джоше продается тако. Там Джош продает. А, понятно. На ту тяжелую страничку ты пришла, которая тебе не понравилась. С буквой Е. Пожалуй, перелистнем. Что ты такая сладкая ляленькая? Я вот это читала про корову. Да, молодец. Сидит и читает человек. Пойдем с нами будешь читать. Пойдем. Присели и махают плавками. Присели и махают плавками. Ой, смотри, она поменьше встала. Рыбка посерединке, да? Угу. Присели и махают лапками. Мама, там у них на аквариуме нарисованы кустики. Кустики специально, чтобы рыбкам было хорошо. Это они так улыбаются? Да. Рыбочка маленькая. Мамочка, у тебя упала. Да. Что же ты делаешь? Чаруешь? Подожди, она чарует. Тоже золотой. И стеклянные столики. Ой, милая, никогда не ругается. И пусть даже у нее короткие волосы и нет машины. А теперь мне к ней нельзя. Нет, ты ни в чем не виноват. А другие виноваты. И я здесь больше не останусь. Вот возьму и убегу. Нет, я просто никогда еще не устраивала пикник с кем-то вдвоем. Она сейчас найдет себе детку капельку и заберет ее домой. И эта большая капля ты. А чему вы учите детей в школе? Когда еще не забирали из интерната на неделе. Мое старое воскресенье было бледным и скучным. И я ждала одного, чтобы оно поскорее закончилось. А мое новое воскресенье краснощекое и румяное. Оно как пальто с карманами, набитыми до отказа. У моего воскресенья много-много карманов. И в каждом что-нибудь есть. Красивое, приятное. Или даже смешное. Во всем виноват Крис.
обо мне, а меня даже не позвали? Это подло! Там просто не было. Это было такого цвета красивого, небного. Я ей сначала помахала. Она специально толкнула. Сейчас покажу. К лагерю готовится человек. Собачки, девочки. Тут. Ты идешь за Верой? Очень смешно. По воде в тапочках. Давай. Там рисуешь? Да. Грядки, узело и деление. Класс. Вот такой вот у меня смелый ребенок. У нее нет головы. Может, оно есть? Где-то очень глубоко. Да, ты, Лёжа, добежим? Да, да. В рюкзаке бери. Сбоку где-то. Ай, меня облепили. И меня ноги. Верочка в путь отправилась. Повернись в профиль. Пока, моя миленькая. Благословений. Спасибо. Моя косуточка спит, моя девочка. Почему это каждый раз проблема? Почему это действительно каждый раз проблема? Девочка? Вот. Так, ищем моего ребенка. Ребенка от Утурдари. Mm-hmm.